Одесский припортовый завод сменил поставщика газа. Руководство предприятия говорит, что теперь им будет сингапурская компания Datchex Shipping, которая предложила лучшие дополнительные условия. А именно беспроцентный займ в 20 миллионов долларов США на 2 года. Напомню, что завод продолжает работать по так называемой давальческой схеме, когда владелец сырья поставляет его на завод, а в качестве расчета забирает готовую продукцию. За первый квартал 2021 года завод произвел 137 тысяч тонн аммиака и 204,5 тысячи тонн карбамида. Чистый доход завода составил 549 миллионов гривен, что почти на 9% больше прошлогоднего показателя. В то же время государство все еще надеется продать завод. Планировали это сделать в июне, но окончательное решение по аукциону в фонде госимущества пообещали объявить осенью.